За 32 года существования студии актерами было представлено более 40 спектаклей и поэтических композиций. Творческий коллектив участвовал в фестивалях в Москве, Туле, Харькове, Екатеринбурге и Костроме и имеет множество дипломов и званий лауреатов. Сегодня театр по-моему полон жизни и строит большие планы на будущее. Продолжается набор в коллектив, идут плановые репетиции. 25-го мы всех приглашаем в 5 часов на спектакль. А дальше у нас идут новогодние. Мы уже выбрали сказку. Мы считаем, что нет Нового года, если мы не поставили какую-нибудь новогоднюю сказку. Значит, работаем над новой, над сказкой. И после Нового года мы делаем спектакль по казачьим сказам Ксении Степашины. Этот материал у нас выбран в прошлом году. Мы уже начали его репетировать, и мы будем заканчивать вот, наверное, этим сезоном, вот этим годом. Премьера, сыгранная в прошлом сезоне, опять будет представлена зрителю. Уже небезызвестный спектакль «Курут звереет» вновь будет сыгран на сцене «Декамета». Эта сказка как для детей, так и для взрослых поднимает проблемы не столь далекие для каждого из нас. Для режиссера Анастасии Гермони этот спектакль является дебютирующим. Она вложила в него много накопившихся мыслей и идей. Этот спектакль по сказке норвежского автора Эрланда Лу. Я взяла сказку и написала сценический вариант постановочный. Это сказка о любви, о как сказать, силы семьи. То есть о том, что бы с человеком ни происходило, самое важное, что у него есть семья, она его поддержит, и он, что бы он ни наделал, ни натворил, его любят все равно и всегда примут обратно. Состав коллектива театра – студенты. Для многих из них сцена – это возможность реализовать себя. И это уже не просто хобби, а немаловажная часть их жизни. Я чувствую то, что проживаю какую-то роль, которую, какую-то задачу выполняю режиссерскую. Как бы. А по мне ощущение просто именно кайф от того, что я что-то отдаю и взамен получаю, получается, что-то от зрителей. Репетиции проходят в здании «Декамет» во вторник и четверг в 19:00. Двери зала открыты для новых талантов. Антон Монетов, Олег Осипенко, Владимир Володин, Мед ТВ.